Всем здорово, народ, с вами Вова, и сегодня это видео, что будет заявкой на Вилорегу, да, в общем-то. Прошлая заявка, если кто смотрел, то простите, пожалуйста, но это как бы у меня вторая попытка, да, дубль номер два. На создание Вилореги, там Академия, считается, это, В общем, это вторая попытка будет, я надеюсь, не против, что я помню все. В общем, это, ребят, смотрите, в общем, это сегодня я хотел что-то рассказать, так, в общем-то, немножко так о себе, в общем, это сколько мне лет, там, чем я занимался, все такое, и как я начал вести свой канал. Ну, немножко о себе я так расскажу, я как начальник свой. Смотрите, в общем-то, ну, я и как бы что украинец, да, кто я подумал, что я русский, я на самом деле, да, украинец. Да, курочка. Вот, да, в общем-то, я украинец, я родился в Киеве, и вот, я из Киева, в общем-то, да. И я, как бы, в общем-то, когда я еще не был ютубером, в общем-то, ну, таким, в общем-то, я не смог в игры. То есть, создал канал, так, в общем-то, и начал снимать Майнкрафт, ну, монтаж такой был у себя, а потом я даже сейчас улучшился немножко, потом, так, у меня уже компьютер появился, на котором я уже стал монтажировать, в общем-то. Дальше я, в общем-то, как бы сказать, уже, в общем-то, уже начал делать платики при вычернизе. Всякие, в общем-то, приколдосы, в общем-то, всякие такие штукенцы. Ну, в общем-то, ну, всякие такие нарезки, все такое, всякие очень такие прикольчики уже начинаю вставлять. Ну, в общем, там, ребят, еще, чтобы вы понимали, в общем-то, раньше, в общем-то, еще сказать, ну, в общем-то, правда, тоже, я, в общем-то, когда я создал свой канал, я ровно два года, в общем-то, снимал в одиночке, да, без каких-либо друзей. Мне до этого было не варванского типа, не мрейзича. Ну, короче, выполнили. И вообще, у меня команды раньше не было. Вот только я учитывая с 52 года появился, когда я создал свой канал. Ну, а до этого у меня как бы и не было вообще. У меня в планах даже не было вообще. Да. Вот вар мне в ВК чем-то ответил, в общем-то, и вот сразу вообще понял, что Турук в команду всегда пойдет. И Мрейзи тоже туда убийственный, ну только подает сюда. Знаете, вот я вот у Мрейзи, что я встретил, что когда у него там было 102 подписчика, если я не ошибаюсь. Ну так, в общем-то, а Варн на следующий год, ему было 1350, либо 1250, походу, между этим, тем, в общем-то. Ну, короче, вы поняли, да. И еще, в общем-то, ребят, в общем-то, создатель Вилории, в общем-то, если хочешь со мной связаться, то будет сейчас мой ДС, в общем-то, вот, пожалуйста, гляди-ка, вот, пожалуйста, вот, добавлю, друзья, если потому что премия, вот, как бы, оценка тут сейчас должна быть повыше, надеюсь, но вот, и сейчас, как бы, все уже процветает, вообще, канал, да, раскручивается, и, ребят, давайте, что мне берем до конца лета 200 подписчиков, это моя цель, если вы поможете, то будет вообще все хорошо. Опять какие-то штукенцы непонятные, ладно. Ну, ребят, в общем-то, все будет хорошо, в принципе. На Вилори я хочу попасть, потому что там интересно. Ну, в принципе, буду делать всякие смешные моменты, в общем-то, там начинать дело делать. Да. Начинаем с этого, давайте. Ну, как бы, в общем-то, вот так вот и подходит все к концу. Давайте, ребят, на этом все. С вами был я, Вова. Да, и чтобы вы понимали, мне сейчас 14. Я сейчас в Испании живу, город я, конечно же, не расскажу, потому что могут меня, не знаю, что там будут, но все равно. Ну, с вами был я, Вован, всем спасибо за просмотр. Давайте, в общем-то, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Давайте доберем, мы считаем, до 200-ки, и все, в общем-то, будет все очень круто. Это моя цель, давайте, так что помогите мне, знаете, эти ребятулечки, всем... пока.